Кирилл Песков, 3 очка. Мяч защита. Пристрелочные. По ходу матча вообще мы постоянно отмечаем тот факт, что самарцы очень хорошо выполняют штрафные броски. Есть, а выйдет на площадку. Подкользин просит замену. Еще ни разу, кстати, да, вот не бросал американец. Вот его бросок. Вот он любит бросать с любой позиции. Вот мы видим, что начинает Дюкс. Бросок из угла. Точный. Вот это да. Время и 3 секунды. Дюкс забросил на исходе этих 3 секунд. Управлял Дюксу. Дюкс бежит на кольцо. И как же он в этой ситуации забрасывает? Потому что Дюкс бросает и попадает. Ну, это было понятно, что будет ему идти передача. Но думали, что будет сразу пас на Дюкса. Очень специфично. Нет, не первый. Второй в этой четверти. Соперники отвечают тоже четко. Thank you.
When I'm baptized, my reason VVS is on. Stacking this moolah of the avatar. Beniaga, Rose, Russ, etc., etc. High profile drug dealers are. Canary yellow stars on the Amazon. I'm working every day like on the last dime. Fuck the investigation, we some Talibans. And when it come to emotions, I play camouflage. I'll keep a dirty stick, yeah, everything ain't the same. She'd been in love before, but I done got her ice. High profile drug dealers are. I need a freak on sight. I got ice on ice on ice on ice. I got ice on ice on ice on ice. Keep that white on white on white on white. Keep some white on white on white on white. We rock and roll this for real. 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 Thank you.
оказался посильнее. Дюкс. Дюкс. Два со средней. Хороший степбэк от Дюкса. И три очка. Да, браво, Халиль. Сам в проходе. И два очка. Он же с мячом. И очередные два очка. Ижевская государственная медакадемия, степбэк. И Халиль Дюкс. О, Дюкс какую прекрасную передачу увидел на Максима Кирьянова. Вразумеет, передачи ему не следует. Дюкс бьет сам. И два очка. Дюкс. Три очка. И на Липоевича тот сопротивление мяч забивает. Хороший кроссовер от Дюкса и до конца Дюкс. Thank you.
от вздыхалки на Кривошеева. Дюкс. Зашла треха. 9-13. На 2 очка. Да, это 2 очка в исполнении Дюкса. Дюкс забил. Чонси Коллинс. 27-26. Ответ от Дюкса. Сошел от Дюкса. Бросок. Хозяева впереди с преимуществом 7 очков. Этот Дюкс записал сольное. Дюкс. Ну, Дюкс опять немножко спижонил, но попал на этот раз. Дюкс. Это привет от Дюкса. Всем своим видом показывает, что руками точно не играет. И опять Дюкс. До конца Дюкс. Вновь точен Халиль. Сошел от Дюкса. Хороший степбэк от Дюкса. И 3 очка. Бросать нет, не будет. Отдает передачу на Дюкса. Дюкс. Бросок. Точно. Ждем мы пока развития атаки. Дюкс решает пройти. Самый еще бачка. Есть. Любов площадку покидает. А у нас вновь точный бросок. Повернется иначе. Дюкс бросает и вновь точно. Ударение должно быть в перерыве, обязательно узнаю. Да, но пока вот доверимся арбитру. Вылил Дюкс. С мячом против него сейчас это Александр Островский был, но помог в защите. А Дюкс бросает и вновь точно. Ладно, старается встречать. Проходит Дюкс и вновь точно. Точность бросков сегодня у уральцев не такая. Дюк с мячом. Бросок точно. До конца второй четверти. Дюк бросает. Точно! 65 отстает. Не намного, пока что не критично. И Дюк!
Кахлил Дюкс встает на линию штрафного броска. Первые два очка в этом матче набирает Кахлил Дюкс. В очередном легком проходе Кахлил, он же, получая мяч на трехочковой линии, обыгрывает Юдова в лицевую. Получает заслон от Муравьева. Попытка трехочкового. Точен Кахлил. Получится быстро убежать у него. Да, получается. И Кахлил забивает очередные два очка из-под кольца. Дюкс каким-то чудесным образом укращает этот мяч, который проходит он под кольцо. И успевает население буквально. Кахлил Дюкс. Попытка трехочковой. Точен Кахлил. Обыгрывает почти всю команду. И точен Кахлил из-под кольца. Сам проходит под кольцо. И... В канале YouTube в баскетбольного клуба Иркут и на сайте Российской Федерации баскетбола. И Дюкс, вы посмотрите. И Дюкс. Ого-го. Бросает Дюкс не точно. Еще один бросок. А вот сейчас будет держать. 8 очков у него уже. На счету бросок Дюкса. Точно! Бросает Дюкс. Точно! Бросайте, бросает. Сейчас Роман и попадает! Кружит, вертит сейчас Дюкс. Бросает и попадает! Дюкс, точно! И стало понятно, что разговаривать Васильеву дальше было себе дороже. А сейчас Дюкс попадает! Под кольцо бросает.